Чудеса Корана. Четырнадцать веков тому назад Всевышний Аллах ниспослал человечеству священный Коран, писание, указывающее путь истины, и призвал людей обрести спасение в обоих мирах, следуя повелениям своего Господа. В Коране содержится множество удивительных феноменов, которые доказывают его божественное происхождение. Многие уникальные научные факты, сообщенные в Коране 14 веков тому назад, были открыты и изучены учеными только в наши дни, благодаря технологическим достижениям 20 и 21 века. Конечно же, Коран не является научным трактатом, однако аяты Божественного Откровения заключают в себе суть многих научных знаний и мудростей, ставших доступными нашему осознанию лишь в наши дни. Эти уникальные сведения не могли быть известны или осознаны в период ниспослания Корана человечеству и являют нам безграничную мудрость и мощь. Для осознания научных феноменов Корана следует прежде всего упомянуть об уровне развития научного мышления в период ниспослания этого откровения. В VII веке человечество еще не знало такого понятия, как наука и научные исследования. Знания о Вселенной и природе основывались на языческих представлениях и невежественных вымыслах. К примеру, в те времена среди арабов бытовало представление, что земля плоская, а небесный свод держится на верхушках высоких гор и не падает только благодаря ним. Однако ниспослание Корана и Господний призыв к познанию мира изменило весь ход развития истории человечества. Как гласит в одном из аятов Корана, «Аллах сотворил небеса и землю поистине, в этом знамении для тех, которые уверовали».